Саша. И сегодня я вам покажу, как попасть в тюрьму в Чекинган. Я вам говорю, я хотел снять это сам вот этот ролик, но у кого-то есть этот ролик. Пожалуйста, напишите это плагиат, и мы приступаем. Выходим очень аккуратно из дома. Можете меня посадить в тюрьму? Зачем, я ничего не сделал? Я банк ограбил. Ну ничего страшного. Я 15 людей убил. И чё? Я украл жвачку за 5 рублей. Ах ты ж, иди сюда! Нет! Отстань! Да. Иди сюда! Ай. Давай, машина, садись! Нет, я не хочу! Мне сейчас... Поехали. Не хочу. Не хочу. Сейчас. Нет, не хочу. Давай. Я не хочу. Отстань, чмо. Пошел. Ай, блин. Охерев совсем-то. О. Поговори мне еще. Скажи. Я сейчас дам, понял? Ай, да хватит. А ты сейчас получишь обед. О, завтрак мой. Завтрак. Вкусный. На. Подогревайте, что хотите. Блин, мой сосед сожрал мой хлеб. Чё, съели? Нет, я даже не пожрал. На. Подавись. О, еда. Ам-на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 м. Да ты... Давай, пошел, лохун. Опять жвачки украл. Тоже. Немножко. О, давай синее. А, ты что, охренел? Ой. Пошел нахуй. На тебя, бабушки, на тебя. Ай. Ой. Оп. Ой. Давай быстро. Вот. А ты чмо. Я дверь буду ломать, понял? Наконец, улегся. Надо себе... Так, подходим все сюда. Посматриваться. Да охренел, жвачку проноси. Ты ж помаду. А ты какие трусы принес. Ай. Уйди за стену, уйди, чудовище, уйди, да уйди ты, ты не понимаешь, я тебе сейчас эту бабушку в жопу запихну, уходите, закрывай клетки, дурак, о, туалет, компьютер. Наконец-то я уехал. Надо его в туалет засунуть.